Всем привет! Мы сегодня очередную ночь не спим. Лиза, маши ручкой всем. Маши, Лиза. Ладно, она уже занята у нас. У нас есть вот такая вот липучка. Хоть и написано, что она от 3 лет, но Лизочке очень нравится. Давай открывать. У нас уже не одна такая. Сколько у нас тут всего. Смотри, раскраска тоже есть. Так, у нас есть вот такая вот раскрасочка. Картонная. Часики новогодние-то у нас. Лиза, смотри, часики. Ты хочешь достать их все, фигурки? Давай. Лиза уже знает, что надо делать. Так, приклеивай сюда сразу на часики. Нет. Так, все у нас расположены на отдельном листе. И можно их приклеивать на часики. Давай, Лизочка, открывай. Так, все еще у нас одна сразу потерялась. Так, ладно, у нас, смотрите, еще есть наклейки тут в комплекте. Не знаю, где рисунок. Давай, потом найдем. Вот. Смотри, мишка тут у нас. Такая вот мишка. На часики их можно все по кругу располагать. Зайка, еночек. Давай, мам, помогай. Да, часики, скажи. Слушай, а у тебя нету стрелочки? Представляете, у нас нету стрелочки. Куда-то, наверное, уже ее потеряли. Давай, потом, может, она выпала у нас. Открывали. Я не знаю. Бычок, Снегурочка. Что такое бычок? Может, на машине даже. Снегирек. Так, мы будем их дальше открывать. Потом, наверное, будем еще раскрашивать. Вот такую красивую раскраску, да? Лиза, маши ручкой всем. Да, вот так будешь махать. Всем пока-пока, скажи. Лизочка. Лизаветка занята. Все, всем пока-пока. Она никак. Лиза сама приклеивает у нас. На часики. Давай, Лиза, дальше. Туда хочешь? На единичку? Да. На восьмерку. Енота мы приклеили на восьмерку. Вот так Лиза приклеивает их. Вот как Лиза все расскажет. Скажи, я сама все расскажу. Да, кстати, стрелочку нашли. Опа. Давай стрелочку по центру. Вот, умница. Давай тебя вот так разверну. Вот какие красивые часики у тебя получились. Туда будем приклеивать. Вот сюда, смотри, еще место осталось. Лизочка, вот еще место. Ой, умница. В общем, интересно, что липучки сделали для деда. Рекомендую.